Пасмурное октябрьское утро городская и районная администрация Таракли возложили цветы к памятнику Олимпия Панова. Кроме накрапывающего дождика и нескольких журналистов, возложение цветов офицеру болгарской армии уроженцу Таракли никто не поддержал. Зато в районном доме культуры собралось немало народу. Многочисленные гости, в числе которых и третий президент Молдовы Владимир Воронин, поздравили бессарабцев с праздником. Именно в этот день, 29 октября 1833 года, в Болграде Иваном Инзовым был заложен первый камень, фундамент трехпрестольной церкви Преображения Господня. Через 5 лет после начала строительства храм был освящен. Тази годишнина беше отпразнована в София, където беше принят акт, че този ден ще стане празником на българите, които живеят в Украина и в Молдова, т.е. бессарабските българи. Днешния ден ние, българите в Молдова, много се гордеем с тази историческа дата, когато беше заложен храма. И когато ми начаваме да изчисляваме този ден, дена на бессарабските българи. Для тараклийцев и гостей праздника со сцены звучала фольклорная музыка, пестрили национальные костюмы, как доказательство того, что болгары Бессарабии сохранили свои обычаи. Този праздник и один от големите нашите тукашните праздники. Этот праздник один из нас, больших наших местных праздников. Для нас, тука, для бессарабских болгар, которые живут здесь. Здесь возрождаются, сохраняются те старые традиции, которые мы переняли от наших дедов и передадим нашему будущему поколению. Наши дядовцы и ще ги передадим на нашето будущее поколение. В Молдове проживает около 60 тысяч болгар. Большая их часть живет в Тараклийском районе. Здесь в школах и университете наравне с молдавскими русскими изучается болгарский язык. Почти каждая постановка театра смешан петок на болгарском языке. Значительная часть жителей Таракли говорит на двух языках, один из которых – болгарский.